костный мозг – это орган кровеносной системы, который отвечает за создание новых клеток и иммунную защиту организма. Клетки костного мозга способны излечивать серьезные заболевания, когда лекарства и другие виды лечения бессильны. Ежегодно как минимум троим детям из Пермского края требуется пересадка костного мозга. Две трети детей, которые имеют своих родственных доноров, они выживают. Но у кого родственных доноров нет, к сожалению, помочь им бывает крайне сложно. К сожалению, из года в год онкологическая заболеваемость, она растет. И рост составляет от 1 до 2% ежегодно. И никто не знает, кому в семью может прийти это горе. Увеличить шансы на спасение таким ребятам помогает Русфонд совместно с Государственным медицинским университетом имени академика Павлова в Петербурге. Они формируют национальный регистр – это информационная база доноров костного мозга со всей России. В Пермском крае акция донорства ума стартовала чуть меньше года назад. Сначала в ней участвовали отдельные горожане, позже стали подключаться целые компании. Сегодня мы на ювелирном заводе. Обычные работники становятся потенциальными донорами костного мозга. За несколько часов в акции приняли участие более 60 человек. Сотрудники очень активно откликнулись на наше предложение. Примерно неделю назад они узнали о том, что будет проводиться такая-то акция. Им подробно рассказали о том, что такое донорство костного мозга, кому это может помочь и что для этого нужно сделать. Они получили время обдумать и приняли решение стать донорами. Ольга Алешина стала тысячным донором костного мозга в Пермском крае. Для нее эта новость стала абсолютным сюрпризом. А для ребят, больных раком, шансы на выздоровление увеличиваются с каждым новым донором. Мне кажется, это очень важно, помогать детям, особенно маленьким. Ты можешь спасти чью-то жизнь, даже хотя я не знаю этого ребенка. Вот. Мы все, мне кажется, должны принять участие по возможности в этой акции. Стать донором костного мозга может любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет. Потребуется заполнить анкету и сдать 9 мл крови. Перечень пунктов на сайте dedmorozim.ru. Если вы хотите, чтобы лаборант выехал к вам на рабочее место, собирайте коллег и звоните по телефону горячей линии 270 08 70. Процедура эта бесплатная, займет несколько минут, но, возможно, спасет одну детскую жизнь. Большое детское спасибо, что даете шанс тем, кому осталось надеяться только на чудо.